Здравствуйте, Евгений Иванович. Ну, пару слов нам скажите. Что? Пару слов нам скажите. Что скажем? Первое судебное заседание. Посмотрим, что будет сейчас. Ну, а сами на что настроены? Ну, не знаю, посмотрим. Адвокат сейчас приедет. Но вы сами себя виноватым считаете в этой истории? Да нет, конечно. Почему? Вы же должны были проверить квартиры. Квартиры были проверены, комиссия, естественно. То есть вину свою вы не признаете? Нет, конечно. А скажите, чем сейчас занимаетесь? Ничем, работаю. Кем? Где? Не буду вам комментировать, кем и где. Разрешено председателем производить фото и видеосъемку в объеме следующем, чтобы все участники процесса, кроме подсудимого защитника, были в кадре, могут быть, только не снимать подсудимого, а его защитника. В соответствии со статьей 47 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, вы вправе знать, в чем вы обвиняетесь, возражать против обвинения, давать показания по предъявленному обвинению, либо отказаться от дачи показаний. В случае согласия давать показания, вы имеете право знать, что ваши показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу, даже в случае последующего отказа от этих показаний. Имеете право на примирение с подсудимым. Кроме того, на основании постановления определения суда, принятого по заявленному вами ходатайству, либо ходатайству вашего представителя до окончания прений сторон, вы имеете право получать информацию о прибытии осужденного к лишению свободы к месту отбывания наказания, в том числе при перемещении из одного исправительного учреждения в другое. Подготовительная часть судебного заседания окончена, поэтому я прошу камеры, фото и видео записывающую аппаратуру выключить.